Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. Любители монетного, как говорится, собирания нумизматы. Вот вас у нас сегодня к вашему вниманию. Следующая серия монеток, которая мне попалась при переборе 300 монет из заначки, что когда-то я приобрел. Вот. Сейчас быстренько просмотрим и посмотрим их каталожную цену. Первый у нас это 10. Угорских форинтов 1994 года. Вот такая вот собой представляет монетка, довольно-таки нередкая. Вот, ну, интересно, можно в коллекцию себе заиметь. Размер такой внушительный, каталожная цена 4 гривня. Латунь с медно-никелевым покрытием. Следующая наша монетка — это 50 форинтов угорщина 1995 года. Каталожная цена данной монеты 9 гривен. Она более такая интересная, изображение здесь орла. Такая симпатичная монетка 95 года, каталожная цена 9 гривен. Следующая монетка угорская, это у нас 2 форинта, более старых годов, 52 года. Такая вот простая монетка. Вот здесь у нее гурт интересный такой, волновой. Вот, и здесь у нас такое это изображение. 1952 год. Каталожная цена 11 гривен. Следующая у нас уже заморская, как говорится, монета. Это у нас Индонезия. 25 рупий. 96 года. Тоже монетка довольно такая интересненькая. Материал у нас латунь. Вот гурт гладкий, ой, латуни, алюминий, банк Индонезия и орел. Такая вот симпатичная монетка, 25 рупий попалось, их не 3 штучки. Каталожная цена монетки 96 года почти 10 гривен. Следующая наша монетка — это Норвегия, 1 крона 1975 года. Тоже монетка обиход, с обихода. Вот такое вот изображение. Вот здесь у нас изображен правитель Олаф V. Норвегия. Такая вот симпатичная монетка. Обе монетки у меня есть. Попали здесь одинаковых годов, 95-х. Каталожная цена данной монетки почти 7 гривен. Тоже 75-й год. Олаф V. Следующее, что у нас, к вашему вниманию, это у нас монетки Турции. Турция — более распространенные монетки. Много их можно найти. Потому ценник не особо. Но есть кота, которые более интересные. Здесь у нас монетка 5000 лир. 1996 года. Турция. Такая вот толстая монетка с латуни. Каталожная цена данной монетки почти 6 гривен. Следующая наша монетка — это у нас 5 новых курушей 2006 года. Ени курус. Вот гурт гладкий. Каталожная цена почти 4 гривня. Материал медь, цинк, никель. Следующая наша монетка более такая интересная, более увесистая, более покрасивее. Это у нас 25 тысяч лир от 96 года. Таким изображением розы, таким красивым изображением курта. Вот. И каталожная цена у нас этой монетки 17 гривен. Так, 25 тысяч лир 2000 года, то же самое, каталожная цена почти чуть выше 11 гривен. Следующая наша турецкая монетка — это у нас 50 лир 1985 года. Материал у нас медь, цинк, никель. Каталожная, гурт ребристый уже. Каталожная цена 4 гривня.
все монетки можно будет приобрести в группе в Фейсбуке. Следующая наша ссылочка в описании. Следующие наши монетки — это у нас PID ЮАР, Южноафриканская Республика. 5 центов 2005 года. Имеет такие вот вздутости, потому что у нас сталь с медным покрытием. То есть плохо обработанная сталь и имеет такие вот следы. Хурт гладкий. Год 2005. Каталожная цена чуть выше 3 гривен. Следующая наша Южноафриканская Республика. 10 центов 2003 года. Материал стали бронзовым покрытием. Потому монета имеет такой желтый вид. Год у нас 2003. Каталожная цена почти 3 гривня. Тоже 10 центов ЮАР. Ну, уже 2015, имеет такой красноватый вид, то есть сталь с медным покрытием. Год 2015, каталожная цена выше 5 гривен. Так, и теперь у нас следующие монетки. Это у нас Канада. 1 цент канадский. В принципе, здесь ничего мне такого редкого интересного не попалось. Есть 1 цент канадский 70, это самое старое, что у меня здесь попало, 78 год, каталожная цена почти 4 гривня. Изображение Елизаветы II. Вот, попалось 81 год, каталожная цена почти 3 гривня, и здесь две штучки. 82 год, каталожная цена данной монетки выше 4 гривен. 83 год, который мне здесь попался, каталожная цена выше 3 гривен. Так, здесь у нас какой? Здесь у нас 93 год. Каталожная цена почти 3 гривня. Вот это уже монетки пошли уже такие вот с ромбом. Вот. 94 год. Каталожная цена почти 4 гривня. Вот. В принципе, среди 1-центовых канадских, в принципе, никаких таких редких, сверхредких, которые космос стоит, нету. 2003 год у нас стоит почти 5 гривен. Вот, сталь с медным покрытием. Все монетки сталь с медным покрытием. Все. И самые такие вот интересные, на мой вид, монетки, которые сегодня вам представлены, это португальские монетки. Это 22,5 эскуда, 1968 год. Такое вот интересное изображение, никакой запятой, ничего, 2,5 эскуда. Материал у нас мидонекрил и сплав. Изображением корабля, красивая монетка, 68 год, Республика Португалия. Каталожная цена этой монетки почти 7 гривен. Еще одна попалась монетка 2,5 эскуда, но уже другого года. 83 год. Монетка также сама, мидный никелевый сплав. Хурт ребристый, изображением корабля, но в более лучшем таком виде. Каталожная цена почти 4 гривня. Еще одна монетка португальская. 5 эскуда. 1977 год, каталожная цена этой монетки 7 гривен. 20 эскуда, 1986 год, Португалия, Республика Португалия. Вот такая вот интересная монетка, интересный вид. Гурт такой ребристый, крупный ребристый. Вот, каталожная цена почти 6 гривен. Кому интересно, указывай у меня в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании под каждым видео. Следующая наша португальская монетка и последняя на сегодня — это 100 эскуда 1990 года. Каталожная цена данной монетки выше 10 гривен. Материал монетки — биметалл, центр алюминий, бронза, килоце, медь, никель. На этом будем заканчивать наше видео. Кто не подписался, подписываемся. Всем пока, до новых встреч.